Маршрутов станет больше, но ездить по ним будет дороже. Профильные чиновники рассказали об изменениях тарифов на проезд в общественном транспорте после Нового года. Окончательную стоимость проезда город утвердит только 20 декабря, однако по предварительным данным спуститься в метро можно будет за 45 рублей, а прокатиться в автобусе или трамвае за 40. То есть в каждом случае прибавка составит 10 рублей. Подражание чиновники объясняют изначально заниженными расценками, из-за них сейчас предприятия недополучают доходы. Себестоимость перевозки одного пассажира за 9 месяцев текущего года в метрополитене составила 40 рублей 64 копейки. Наземным электротранспортом 36 рублей 30 копеек, автобусным транспортом 35 рублей 48 копеек. Стоимость многоразовых билетов тоже вырастет, но меньше. К примеру, единый проездной для взрослых будет стоить 2900 рублей, в то время как сейчас за него просят 2690. По статистике, такой вариант выбирают в основном местные жители, поэтому представители власти надеются, главный удар примут на себя туристы. Субсидия, которая в городе существует, она концентрируется не на том, чтобы доплачивать предприятию за перевоз разового пассажира, пользующихся разовым билетом, а за перевозку наших горожан. Изменения затронут не только цены. К существующим 25 видам проездных специалисты хотят добавить еще 4. Среди них многоразовый билет на сутки или несколько вплоть до 7, или проездной на 90 минут.